чё, больно? Ты чё, олень, ты комнатный? У нас чё, электричество-то бесплатное? Ты чё, ёлки-палки, как санька ты скачешь? Чё ты орёшь? У тебя чё, опять эти дни? Это у тебя сейчас будут эти дни. Ты чё целыми днями там пилишь, сверлишь, варишь? Михалычу, ты зачем с нашего дома провёл электричество в гараж? Михал искал напополам. А, да? А теперь посмотри, сколько у тебя электричества пришло. Чё, ёлки-палки, 15 тысяч, ты чё там, я тебя... Я на это ни копейки не потрачу. Разбирайся, как хочешь. Займы бери, кредит. Он чё там делает-то? Михалыч, у тебя чё там, майнинговая ферма, что ли? На 15 тысяч на целых, ёлки-палки, ножом. Ага, понял. А как платить-то будет? Ага, магнит есть. Ага, всё, ёлки-палки. Угу. Всё, понял. Вот это лайфхак. Опа-ца! Вот и замер родничок. Ну вот, ёлки-палки. Да здравствуй, бесплатное электричество. Добрый день. Гуль энергосбыт. Проверка счетчика. Чё? Ты чё тёкаешь, папаш? Людей бананы продаёшь? Какие бананы? Шучу, не бананы. Да шучу. Проверка счётчика, папаш. Надеюсь, ты плёночки, магниты не устанавливаешь? Ничего я не устанавливал. Опа-ца, вижу, глазки забегали. Гражданин, проводите нас к счётчику. Стоять! А кто вас домой-то пустит, ёлки-палки? Удостоверение, ордер, постановление. Юлий, предоставьте гражданину документ. О-о, Агуль энергосбыт, проверяю все, что хочу. Чё, ёлки-палки, ты кого разводишь-то? Слушай, я по глазам уже вижу, что Жинка, скорее всего, твоя, сейчас снимает эти пленочки и магниты. Я правильно понимаю? Если ты сейчас нас туда не пропустишь, то Геннадий, Юлий, они мастера спорта по всем видам спорта, просто никто об этом не знает. Я надеюсь, ты не хочешь это лично на себе проверить? Да не-не-не. Вот так-то лучше, папаш. Юлий... Геннадий! Дорогу уступите. Ой, папаш, беспредел. Придется доложить в соответствующую инстанцию. Ну ты че? Вот хочешь верь, хочешь не верь. Первый день на этой работе, первый дом, в который я пришла, и вот такое вот сразу увидеть. Ох, какой же ты нефартовый. Юлий, Геннадий, записали? Гражданин, через 30 дней явитесь. Суд, штраф от 300 тысяч. Сколько? Юлий, Геннадий, все, ребята, уходим. Стой! Может, договоримся? А? Папаш, вот ты мне рот хочешь закрыть, а Геннадий и Юлий молчать не будут. Так что вопросик решать по-другому будем. Да давай сюда, я с ними рассчитаюсь. Геннадий. Юлий. Геннадий, вон в том доме Михаил живет. Пойдемте, там какой-то подозрительный провод к нему подходит. Михалыч. Ей-богу, придурок.